Всем привет, ребят. Ну что, есть новости с инстаграма Castle Clash, с официальной странички. Не знаю, чем это дальше закончится, но все-таки то, о чем я говорил, что настанет время, и рано или поздно у нас ведут то, чего давно уже не меняли. Это опять же, как вы думаете, что это будет? Но перед тем, как я вам напишу, поставьте на паузу, напишите в комменты. Так. Где там наш захват экрана? Вот так вот. Что это такое? То есть, думаю, вы и так понимаете. Скорее всего, это новая чара. Типа Чикабума. То есть, возможно, как вариант, какой-то дополнительный урон или увеличение урона. Почему-то как Чикабум, не знаю, почему так. Возможно, что-то поменяется, но, в общем, судя по всему, это будет что-то интересное и новое. По сути, будет куда слить коробки чар, у кого они есть, а у кого их нету, и так все печально. Добрались они, таланты, вот они поняли, что таланты, и в итоге они добрались до чар. Интересно, когда они доберутся до созвездий, потому что, как видите, созвездия почему-то еще только не улучшили, все остальное уже затронули. И прорывы затронули, и остальные вещи, то есть тут и уже вторые скины у нас появились, и прокачки с 20 до 30, я уже не знаю. Ну, еще осталось сделать 9 эмблемы, 10 таланты, потом этих питомцев довести до 40. Что еще такого интересного они могут сделать? Ну, в общем, на здание скины уже повешали. Да, героев, кстати, возможно, сделают эти одежду. Будем как Барби их одевать. В общем, не знаю, с каждой обновой все печальнее и печальнее. Так, где-то мой английский сервер. В общем, пишите в комментах, что по этому поводу думаете. Ну, реально, новая чара, я не знаю, и так чары печально ролить для бездоната. Ну, я-то, понятно, я себе наролю их. Но с ними реально очень печально. Это даже не таланты, а вот чары, самые чары и созвездия. Это самое больное для бездона, потому что на каждого героя надо наролить, и просто так ты не наролишь. Ну, в общем, куча разных нюансов. И это все печальненько. Но надеемся, что хоть что-то да поменяется в ближайшем будущем. В игре они начнут хотя бы прислушиваться и что-то менять. Но пока, к сожалению, все очень-очень печально. Так, не будем печалиться, что там у нас по прокачкам сегодня. Качнул я вам подружку, заклинательницу на 30-ку. Открою вам видосик, покажу ее уже завтра на максималке. Так, ну кто у нас следующий такой интересный? Рибета мы начали качать. Надо это чудо тоже докачать будет. Как видите, все печальнее и печальнее. Приходится сливать кучу кулаков. По 2500. Но я надеюсь, что они сделают, как обещали, откроют гильдейский магазин и также уменьшит стоимость этих камешков. Потому что, ну, я сам смотрю, я вот потратил, у меня на основе на русском сервере, на котором я раньше играл, там, ну, 2-3 ляма потолок был. Я просто прекрасно понимаю, что там даже с мега донатом, там, если все скупать, это нереально вот так вот тратить, как здесь. Поэтому в этом плане хотелось бы, чтобы они хотя бы в раза 4 удешевили, чтобы обычные игроки там смогли докупать хоть частично. Ну, знаю, AGG. Вот, кстати, за Apex камни я вообще молчу, за количество.
ресурсов. Увидите видосик, я специально заснял видосик, чтобы вы увидели, сколько ресурсов надо на прокачку. Героя на 30-й прорыв, и там просто нереальные цифры для бездона. Ну, как бы реальные, но, блин, печально все. Даже здесь я просто понимаю, что я докачаю этих, я дальше не буду качать Ронина, потому что я не вижу смысла в дальнейшем поднятии силы за счет, скажем, ну, они как допы, но они мне, по сути, нафиг не нужны. А разница получается 100-200 там силы. Лучше там огников пару открыть, прокачать еще кого-то. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они немножко поменяли политику в плане обнов. Ну, они делают весь упор на донат. С каждой обновой все меньше и меньше народа играет на русском сервере. Почему? Думаю, вы все знаете. И с каждой обновой все меньше и меньше народа вообще играет в Castle Clash. Потому что бессмысленно. Такс, ну, наверное, они уже набрали бабла сколько хотели, поэтому их это уже не особо волнует. И это печально. Потому что многие в эту игру играют уже не один, не два, а около 5 лет и более некоторые. Ну, я не помню, сколько там точно, но в этом районе. Так, отлично, финишная прямая. 1380, вот так вот. Мы качнулись. Так, ну, у нас еще на одного героя осталось практически. Так, кто у нас тут есть интересный? Наверное, Тесочку качнем. Интересно будет на нее глянуть. Кто у нас может на максималке, и буду дальше опять начинать прокачивать обычных героев мелких. Вот смотрите, сколько я миллионов. 4 миллиона кулаков просто слил на 10к камней. И я одного героя, по сути, качнул. Ух. Не было там опыта. Да, это жесть, конечно, сколько ресурсов улетает. Ничего себе, впритык. Вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.